Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Баллада Бастера Скраггса. События разворачиваются на Диком Западе, в маленьких захолустных городках, среди бескрайних американских прерий и высокогорных равнин. В этом суровом мире, ведь каждый сам за себя, царит один закон – выживает сильнейший. Преисподняя – история о девушке по имени Лиз, которая пытается сбежать от своего темного прошлого и скрывается от преследования дьявольского проповедника. Костяной томагавк 2015 года. Четверо мужчин отправляются в отдаленные земли Дикого Запада, чтобы спасти группу пленных из пещер каннибалов. Омерзительная восьмерка 2015 года. США после гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибивается еще один охотник. Снежная буря вынуждает всех троих искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилась весьма пестрая компания – генерал, шериф, мексиканец, француз и ковбой. И один из них – не тот, за кого себя выдает. Строго на запад 2015 года. История авантюриста по имени Сайлас, сопровождающего вас на путешествии вдоль всей американской границы, 16-летнего паренька по имени Джей Кавендиш. Джей разыскивает девушку, в которую влюблен. Они пересеклись случайно. Одинокий волк, отбившийся от волчьей стаи, и заяц, оказавшийся в волчьем логове. Он мог дать ему умереть, мог убить, но не вцепился в горло, а пошел с ним по следу, помогая найти затаившуюся где-то любовь, провожая через поля ненависти и леса страха, твердо
не решив, что делать дальше с ним и с собой. Выживший 2015 года. Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фицджеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие – его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить и отомстить Фицджеральду. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!